моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во сне маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. И поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям. Победы, веры, добрый знак, российский стяг. И я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. И поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во сне маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. Судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Отчизны сын, страны солдат,
Так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг. И наших душ и сердец костры, как во сне маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг. Сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я в строю, я верю в правду свою. 8 мая, доехали. Советский личный огонь. Города Героя Волгоград на нашу конечную точку Алмагилы. Мы только что были в Ростовском музее. Оказывается, Советский личный огонь был в честь 30-летия дня освобождения от Донбасса в 1973 году. Спустя 48 лет, вот так сказать, случайно, да, случайно мы повторили первый огонь сыгрался. Всем привет. И также на Лопате раз был на Сталинград. Вот 48 лет повторяем. И разрешение Артем не смог, на разрешение мне помогает Александр. Это наш товарищ из мотодвижения русско-немецкие братские дружбы. Их ребята из Германии.